общем, это было утром. Тогда, ну, я сильно боялась этого. Я постоянно ходила с мамой за руку, постоянно, я ее не отпускала. Вот тут у нас была гардина, елка вот тут вот стояла. Я маме говорила: мама, ну пускай еще постоит. А потом как-то мы пришли, а связи тогда ни связи, ни света, вообще ничего не было. Я пришла, мама пошла в кухню, а я сюда пришла. Я только включаю телефон, позвонить дедушке. А ну как, давай где-то бахать, в той стороне там где-то. А потом все ближе и ближе. У меня так машинально так что-то сработало, я упала вот сюда вот. Лежала, и потом услышала большой бах, и тут стекла посыпались. А потом мама зашла, говорит: давай в погреб, быстрее. А я не могу, у нас вот тут стол стоял. Я, в общем, испугалась и под этот стол. Маме говорю: мама, иди сюда. Мама говорит: нет, пошли в ванну. Мы ж пошли туда, сидим, двери же закрыли. А у меня такое бывает, что я, если сильно испугаюсь, перенервничаю, я еще могу и сознание потерять. И там стояла миска с водой. И вот мама, у мамы руки трусятся, мама меня умывает. И я смотрю, в этой воде, ну, от потолка там вот эти камешки всякие лежат. А потом папа пришел, говорит, в подвал. И, в общем, я помню босиком по снегу, ну, там маленький такой снежок был. Подвал, сижу, плачу, у меня нервы, а мне соседка, ну, успокоительное дает. Потом я вроде чуть-чуть задремала. И потом я смотрю, у меня что, голова болит. Мама смотрит, у меня вот тут вот шишка была. Это я, видимо, ударилась, когда, ну, под стол лежала, ну, бежала. Видимо, ну, как бы ударилась и не заметила. А потом мы пошли. Вышла из подвала, и мы пошли, ну вот, смотрите, тут вот все. Я смотрю, сарая нет, сарая упала, окон тоже нет. И вот если бы не елка, вот, которая стояла тут возле окна, может быть, и стекла до меня долетели бы. Вот. Ну, как бы, может быть, и все.